Добрый день, дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях двукратный чемпион мира, победитель европейских игр Заурбек Сидаков. Здравствуйте, Заурбек! Здравствуйте! Началась подготовка к новому спортивному сезону. Да, я здесь в ЦСКА тоже уже потренировался, успел утром, вечером. Начинаю набирать форму. Все хорошо, вроде травм никаких нету. Какие сейчас у вас тренировки? Я люблю побольше на ковре поработать, побегать люблю. Играть так не особо. Ну, приходится все равно. Да, достаточно жестко вы играете в регбол, да. Как-то приходилось наблюдать за этим. Да. Кроссы бегать люблю, там просто пробежку сделать, резиной поработать. А какой у вас обычный режим дня? Обычный режим дня – это я утром встаю на зарядку, иду бегаю, чуть покачаюсь, там турник брусья сделаю. Тренер также бывает со мной на зарядке, и он подсказывает, что и как делать потом. Как бы домой прихожу, купаюсь, умываюсь, кушаю, чуть полежу, там книгу почитаю, потом на тренировку иду. И вот так после тренировки прихожу также, ну, кушаю, отдыхаю. И вечером, если тренер скажет, надо на тренировку прийти, то иду на тренировку, тренируюсь. А если нет, то просто прогулку делаю. И как бы по режиму обязательно в 10 часов я должен уже быть в кровати. Потому что режим это сегодня... Я хорошо не посплю, завтра я хорошо не потренируюсь, поэтому всегда как-то придерживаюсь вот этому, чтобы и режим был, и восстанавливался хорошо. А на сборах такой же режим? Да, такой же режим, только там строго две тренировки в день, это утром, вечером, еще и зарядка бывает в 8 часов у нас. А так дома я зарядку чуть пораньше делаю, потому что ну, я сам живу в селе, и... Зарядку делаю там в 7 часов, надо мне там еще, пока домой доеду, зарядку там я в Беслане делаю с тренером. И пока туда-обратно уже скупаюсь, там умоюсь, покушаю, и мне еще в город надо на тренировку ехать, это плюс тоже 40 минут, и поэтому как бы раньше делаю, чтобы еще чуть отдохнуть. Какие у вас ближайшие соревнования? Хочу, наверное, на Ярыгинский турнир подготовлюсь. Я не знаю точно, это правда, нет, я не могу соврать, потому что вот приеду и уже все решим с тренером. Давайте окунемся с вами на чемпионат мира. Нурсултан, финальная схватка. Судья поднял руку вам. Да. Какие чувства вот сразу вот? Вы помните? Чувства, вот? Конечно, помню. Не то, что вот когда подняли руку, а уже последние секунды я на табло посмотрел, там счет уже 5-2, и как бы я уже тогда понимал, что все, я выиграл, и поэтому чувства как бы так я не могу передать, потому что эти чувства у меня внутри и все еще впереди. Но я понял, что я еще сделал один шаг к цели. А цель – это Олимпийские игры, конечно. В первую очередь я был рад тому, что я не подвел команду. Это самое главное для меня. И за это я сильно порадовался, потому что я достойно выехал, поднял флаг своей страны. И это вот самые такие непередаваемые эмоции, ощущения, когда поднимаешь флаг своей страны, да еще и когда поднимаешься на высшую ступень пьедестала, и когда играет гимн России, это, не знаю, ради тебя, вот ты заставляешь поднимать столько вот людей, там в зале под 5000 человек было, и всех ты заставляешь подняться и слушать гимн России. Как вам была поддержка зрителей? Они сильно поддерживали именно, не знаю, именно российских спортсменов, они сильно поддерживали. Они там сильно знают, разбираются в борьбе. Когда я даже с американцем боролся, до финала боролся, там дети вообще с ума сходили, подходили, не отпускали даже. Поэтому очень приятно там было бороться, и люди также, когда понимают борьбу, зрелище бывает, человеку хочется там бороться, поэтому очень хорошо там все было, и, как сказать, Нур-Султан тоже для меня стал удачным городом. Но не отвлекают зрители, когда во время схватки кричат, слышите нет, тренера? Я тренера слышу, но в первую очередь человек сам себя слышит, как бы, в первую очередь я на ковре стою, я думаю, но необходимо подсказка тренера тоже. Человек, когда борется, многих вещей не видит. Потом, когда за ковром выходит, уже борьбу смотрит, свои схватки, тогда понимает, а там надо было вот так делать.
Поэтому надо и тренера слушать, что он подсказывает, и свое мнение тоже иметь на то время. А так зрителей я особо не слышу вообще. Mm-hmm. Там гул слышу, вау. А так зрителей я не слышу. Но во время того, как человек там готовится на схватку, выходит, пока что болельщики этого не понимают, что нельзя там подходить. Ну не сбивать что, да, с настроя. Не сбивать, да. Ну, как бы человек на это сильно не злится, потому что я тоже все понимаю. Я когда-то сам тоже был таким же маленьким и хотел подойти, вот когда боролись наши выдающиеся спортсмены, и также хотел там сфоткаться, просто пожать руку, потрогать его. Вы чемпион мира 2018 года, чемпион мира 2019 года. Как-то эмоционально отличаются эти победы? Ну, когда первый чемпионат мира был, тогда более такой я туда ехал тоже только за победой. У меня в голове только было одно, только выиграть. Хотел очень сильно выиграть, и вот по борьбе было видно. Потому что я до последней секунды боролся. И когда выиграл, именно вот как бы человек шел к этому вот столько вот всего, вот, и нервов, и все, и человек все это в голове крутил. И как бы приятнее было все равно, вот первая победа. Даже когда я пришел в номер и лег, я просто думал, неужели я уже чемпион мира? Да. Mm-hmm. Я признаюсь, да. А в этом году уже как бы я ехал просто, чтобы защитить свой титул, поехать забрать вот это золото. И как бы да, я выиграл, и я сильно порадовался, но первый чемпионат мира более такой был. А волнение? На каком было больше? Волнение у каждого бывает. Если человек не волнуется там, то настраиваться тяжело. А когда человек чуть не волнение бывает, все равно это как бы человек полностью начинает себя вот именно в борьбе отдавать. Ну, и поэтому волнение было, но я справляюсь с этим. Как бы уже когда на ковер выхожу, уже ничего не бывает, ни волнения, ничего, просто выхожу и свою работу выполняю. А как тренеры и как вы сам настраивался на соревнования, именно на выход перед схваткой, когда понимали, что вот сейчас будете выходить и будете бороться с лидером? Мне, наоборот, с лидерами легче бороться. Я лучше настраиваюсь. Я, как сказать, я жажду их выиграть. Mm-hmm. Потому что если их не выигрывать, то еще, ну, то кого еще выиграть? А тренеры что вам говорят? Тренеры ничего, они просто в меня верят. Мой тренер, мои тренера, там, Ачигов в тот раз, Дудаев, Эльбрус, они в меня сильно верят. Он всегда с вами ездит? Да, да, они всегда со мной ездят. И они сильно меня поддерживают, они верят именно в меня, они больше в меня верят, чем я сам в себя, да. Это самое главное, как отцы, да? Да, и там рядом есть еще Шишкин Александр Геннадьевич, там Бриксин Александр Юрьевич, они меня тоже сильно поддерживают. Они сами с Кемерово, я Кемерово представляю, и поэтому они, их поддержка тоже сказалась, и спасибо им тоже. Арсен Сулейманович Фадзаев. Ну, талисман. Когда есть такие люди, там секундируют, они когда подсказывают, человек слышит их, и как бы они плохое не посоветуют. И тем более земляк. Правильно, да. Тем более земляк, такой выдающийся спортсмен был. И двукратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира. Он там 5 лет подряд балл даже не проигрывал. Поэтому приятно бывает его там видеть, как он секундирует мне. И поддержка мощная, как бы. Поэтому и спасибо ему большое. Потому что, наверное, и соперник как-то пугается, когда его видят. Да. Вдруг что-то тайное подскажет и какой-то новый прием. Они сразу, то есть когда выходят, они сразу же боятся, когда его видят. Вот оно, оружие. Да, вот он секрет. Ну, в Токио с Арсеном Сулеймановичем поедем? С Божьей помощью. С Божьей помощью, надеюсь, что поедем. Ну, мы очень надеемся еще на это. Просто наперед не хочу ничего говорить, а так, с Божьей помощью, надо мне туда попасть. И пока что попасть именно туда, на Олимпиаду. Что для вас Олимпийские игры?
главный старт, да, в моей жизни, это Олимпийские игры. Когда я пришел на тренировку, когда я шагнул именно на ковер, вот тогда меня уже вкладывали, вот говорили мне, что Олимпийские игры – это вот вершина. Я с детства иду к этому. Один раз, если даже человек выиграет, это уже, не знаю, как-то облегчение бывает, потому что столько человек к этому шел, и когда выигрывает Олимпийские игры, потом, ну, мне кажется, что потом будет как бы и бороться легче, и как-то жить легче, потому что я пока что живу спортом, живу борьбой. Борьба – это для меня жизнь на самом деле. Я утром встаю, в голове борьба, ночью там засыпаю, в голове борьба, потому что, ну, поэтому, как бы, и в голове только одно бывает, вот эти кольца ты видишь. Как говорят, мир выигрывает сильнейший, Олимпиаду достойнейший. Я думаю, что тоже достоин этой золотой олимпийской медали. А что для вас вольная борьба? О, для меня вольная борьба – это… Сразу улыбка на лице. Это жизнь моя уже. Не знаю, это… Я уже 13 лет в борьбе, так что я даже свою жизнь уже не вижу как без борьбы. Я свою жизнь как будто не помню до борьбы, как я вот пришел на ковер. Мне кажется, вот… Вспоминаю, как будто я всю жизнь на борьбу ходил, как будто я всю жизнь уже борьбу знаю. Неважно, я там закончу уже карьеру, я все равно буду посещать там борьбу, буду наблюдать, буду… Если у меня будет возможность, я буду помогать как-то. Потому что, ну, я хочу, чтобы наш вид спорта – это, по моему мнению, самый красивый вид спорта, мужественный. Как говорят, самый энергозатратный вид спорта, и человек… Много так пашет, работает, и это все приятно бывает человеку. Когда потом через это все проходит человек и чего-то достигает, это приятно. И поэтому я люблю этот вид спорта, что именно работать здесь надо. Пахать, пахать, и режим, все. И, как говорят, когда человек через тяжелую работу проходит, потом на душе легче бывает. А почему вольная борьба? В селе также с другом играли, и к нему приехали, и его забирали на тренировку. Как бы первый раз хотели повезти на тренировку. Mm-hmm. А я там, ну, один стою, я смотрю ее, и они уже уезжают. Я так остался один стоять. И потом они как бы уже садились в машину, и они кричат: «Поехали», говорит, «ты тоже с нами». Я так с радостью тоже побежал и… Сел в машину и такой думаю, что такое вольная борьба. Ну, я-то знаю, ну, борьба, но я все пока не понимал. И когда уже туда пришли, мы также в штаниках, в футболках, даже вещей с собой. Без формы. Да, без формы. Мы так побежали, чуть поигрались. Там, тогда я сразу своего тренера первого встретил. И потом, спустя вот неделю или две недели, было, ну, мы оставили, что-то не получалось. Ну, как я скажу, там теракт был в Беслане. Mm-hmm. И дома боялись, чтобы я там выезжал на тренировки. А после этого, уже в 2006 году, я как бы… То есть сколько вы вот не занимались борьбой? Два года, да. После теракта и не после, занимались? Да, и после как-то тренер нас встретил в Беслане и говорит: «Почему, говорит, вы не ходите?» Я говорю: «Скоро придем». И тогда уже пошли опять с другом и там начали тренироваться. И поначалу тренера обманывали, что мне надо уже ехать домой, там сейчас маршрутка уедет. Мы его обманывали, да. И спустя там какое-то время, месяц или два месяца, у нас там первенство Правобережного района. Я там выступаю и проигрываю первую схватку. И как раз таки мой тренер этот судил, он тогда судил на ковре. Я проиграл, и мне так стыдно стало. Я так сижу и смотрю, а с кем я ходил на тренировку. Он третьим стал, и ему грамоту дали. Я так сижу и думаю: блин, почему я сегодня вот не взял вот грамоту хотя бы. И потом сижу, и меня объявляют за волю к победе, хотят мне, да. Я такой радостный был все равно. Домой приехал, и маме показываю. Я говорю: вот смотри, я говорю, за волю к победе. Я это все пока так не понимал.
И как бы мне стыдно было то, что я проиграл и начал тренироваться, уже тренера не обманывал. Потом он меня спрашивал, а что, говорит, тебе уже домой не надо ехать? Сейчас, говорит, автобус. Я тогда заснялся, я говорю, нет, я говорю, останусь. Я оставался, и когда уже там последний рейс был, я тогда вот даже не шел, а бегал. Я не успевал, потому что я допоздна оставался, там еще что-то делал. И спустя вот 5 месяцев я уже выиграл открытый вот правобережный, первенство правобережного района. И уже как-то я тогда так радовался, я там сальто делал, да. Мне так приятно было. Вот. И вот так и я начал. Так вот, да. Если бы не эта грамота, как-то по-другому могло, да, сложиться? Может быть. Не затянуло бы? Нет, затянуло бы, потому что у меня это сильно вот задело. Когда я проиграл, я не люблю с детства проигрывать. Ну, даже в игре, даже на улице даже, как-то не знаю. И поэтому я там сидел и такой расстроенный был. Но все равно ребенок там 10-9 лет мне было. И сидел, и мне уже обидно было. Говорю, почему я сегодня даже не третьим даже не стал. И поэтому... И уже, когда выиграл, как-то легче стало и начал уже тренироваться дальше. Я помню, когда мы даже на тренировках боролись, маленькие были, 12-13 лет, мы там собирались и там руку пожмем, давай, финал чемпионата России и боремся, и кто выиграет. Потом, финал чемпионата Европы, и так, мира, Олимпийских игр. И сейчас уже сам человек борется на чемпионатах мира, Европы. Когда у вас первые борцовки появились? Первые борцовки у меня... Вот на соревнованиях были уже, когда вот уже вы выиграли были, первый раз? До, когда я боролся, тренировался, и я как бы в носках тренировался, потом, когда уже на соревнования я там ехал, я домой приехал и сказал, я говорю, вот так буду выступать, я говорю, мне борцовки. И тогда они меня купили. Купили? Да. Вы пришли с борцовками, да? Да, с новыми и проиграл. Кто для вас кумир в спорте? Кумиров у меня нету. У меня есть... Либо пример. Да, примеры я могу брать там. У многих спортсменов я беру примеры. У кого-то там дисциплина, у кого-то на ковре какое-то действие, мне нравится его. Или что-то. Я могу их даже пересчитывать. Это в первую очередь Царство Ему Небесное, это Бесик Улюхов. Я брал и беру с него пример, как вот на ковре он как характер проявлял, и вообще борцовские качества, как, и не только борцовские, как он на улице с людьми жил. Я также могу назвать там Артура Таймазова, Дениса Царгуша. Много-много, как бы через... Как они через все это проходили, я все равно наблюдал и знаю, что это такое. И как бы сейчас уже тоже на этом пути. Сейчас уже, наверное, кто-то тоже примеры берет с меня. И поэтому это спорт, и я думаю, кумиров не надо заводить, а вот пример надо брать со старших. И есть такие достойные тоже, младшие, и с них тоже. У меня там не важно, если я борьбу посмотрю, и какой-то младший там меня будет, неважно, он еще там не именитый или что-то там другое, я все равно могу у него тоже что-то взять. Или в борьбе там, или человеческие какие-то качества хорошие бывают у многих. У нас достойнейшие младшие, именно в борьбе есть такие хорошие. Как бы могу с ними тренироваться, и что-то мне понравится, там не постесняюсь сказать, как ты это делаешь, покажи мне тоже. Как бы я могу себе что-то взять, если мне понравится. Как мальчик в Дагестане, слышали, наверное. Да. Тут много раз отжимается, подтягивается. Да. Это же уникальный мальчик. Да, достойнейший, младший. И это хорошо. Так что хотел бы сказать младшему поколению, там, тренироваться. Самое главное, слушаться родителей, дисциплина, чтобы тренировались и не забывали учиться тоже, и чтобы достигали своих целей. В одном из интервью
Вы сказали, что у вас есть примета на ковер заходить правой ногой. Да, правой ногой. Как так сложилась такая традиция? Я всегда стою правой ногой, когда сплю даже. Никто не подсказывал, просто сам по себе, когда выхожу, я именно правой ногой. А вы левой пишете рукой или правой? Правой. Правша. Как бы на удачу я шагаю правой ногой. Удача нам, конечно, не правая нога принесет, а то, что мы проделанная работа и то, что нам дает все. Ну, все же за приметы это тоже как-то, может быть, мысленно отвлекает. Всегда полагаемся на Бога. Без веры человек пустой, он не сильный. Вот вы пожелали нашим ребятам учиться. Да. А вы где учитесь? Я закончил Горский государственный университет в Осетии. Я сейчас бакалавр пока что. И сейчас уже там в СОГУ я поступил тоже, там в Северной Осетии. Уже на юриста я сейчас учусь, короче. А тренер? Педагог? Образование тренера? Пока не задумывался. После там, юрфака уже туда пойду. А почему именно юристом? Ну, не знаю, предложение просто сделали, бюджетное место, и спасибо им тоже большое. А как проходят дни, когда вы в отпуске? Я в отпуске не бываю. Как, ну, отдых? В этом году первый раз я поехал отдыхать, это с Давидом Баевым в Турцию. У нас там оздоровительный сбор. Неделю отдохнули, и все. И то там я туда поехал, по утрам зарядки делал, качался, но все равно. Я не могу без тренировок. После первого чемпионата мира, когда я домой приехал, я чуть приболел. Там неделю пропустил уже, но неделя прошла уже, все, я уже поправился. И мне тренер сказал, ну отдохни, говорит, там не 10, 2 недели. И вот уже неделя прошла, я уже вот восстановился, я лежу, просто утром встал. Мылся, все, покушал, потом в номер пришел, я лег просто. И лежу и думаю, вот что я делаю сейчас. Поэтому у меня отпусков не бывает. Если даже после соревнования я могу там 3-4 дня просто отдохнуть, это тоже как отдохнуть. Приехать домой, там родственников увидеть, куда-то там надо съездить. И после этого уже как бы уже дел, когда уже никаких не бывает, сразу на тренировке. Я сейчас домой приеду, и уже там Артур Таймазов мне сказал, он же открыл академию братьев Таймазовых. И он мне сказал, в любое время для тебя там есть место, заезжай, заселяйся, и живи там, и тренируйся. А мастер-классы часто проводите именно у себя в городе? В городе? Для маленьких. Нет, там есть и так. Там все знают хорошо борьбу. Я сам себя помню, когда такой именитый спортсмен показывает, ребенок быстро все ухватывает и берет пример. Поэтому это наоборот для детям, для подрастающего поколения, это наоборот хорошо. Я думаю, что это не нужно, а надо делать. Вот это дело. Правильно. Сейчас, когда я в Кемерово был, я там провел мастер-класс и... Я смотрел, и дети смотрели на меня просто большими глазами. И это приятно было. И они подходили и еще раз спрашивали, как вы это делаете. И все равно приятно. И человек, когда показывает, может, когда-то они будут повторять. Или может, когда-то я это увижу, что вот то, что я показывал когда-то, это я вот сам своими глазами вижу на... больших коврах. Что бы вы хотели пожелать спортсменам училища Олимпийского резерва номер один? Самое главное это труд, дисциплина, удачи, везение, чтобы они слушались в первую очередь своих родителей и тренировались, достигали своих целей. И также хочу поблагодарить Давида Владимировича Мусульбеса за то, что создал вот такие условия детям. Как бы это подрастающее поколение, это завтрашний день, как бы наше лицо. Поэтому я за здоровый образ жизни. Если даже из них не получится вот, выдающийся там спортсмен, то хороший человек точно. Получится. Короткие вопросы. Чай или кофе?
Утром кофе, вечером чай. С сахаром, без? С сахаром. С молоком? Кофе, да. Чай нет. Соленое или сладкое? Сладкое. Бег или штанга? Бег. Книга или фильм? Ой, я люблю... Книгу тоже люблю почитать, только на сборах. А так, фильм. Часто в кино ходите? Ну, стараюсь так... Стараюсь, но не часто получается. Я люблю в кинотеатр. Спринт или кросс? Кросс. Боевик или триллер? Ой, боевик, наверное. Я вообще фантастику люблю. А, вот. Я думала, мелодрамы. Ну, мелодрамы тоже люблю. Вот «Дневник памяти» посмотрите. Смотрела. Да, мне сильно не понравился. Математика или литература? Литература лучше. В школе тоже, когда учился, все равно на уроках, где я бы не был, у меня... Я так сидел и смотрел на доску и думал, как бы быстрее на тренировку пойти. Как к английскому языку относишься? Сильно хочу научиться. Именно курс там пройти. У меня уже я 2 года хочу, и никак, и, блин, не знаю, времени нету. Или... Мясо или рыба? Мясо. Горы или море? Горы, конечно. Море тоже люблю. Но часто бываем в Сочи на сборах. И постоянно тянет именно в горы. Любимое блюдо какое? Ой, это поехать... Фиагдон в горы и там шашлыки, хачапури. Вот а любимое блюдо это, конечно, остинские пироги. С чем? Там с мясом, с листьями я люблю, с картошкой. Ну, без разницы. Все вкусно. С капустой вкусно. Спасибо вам большое. Мы желаем вам удачи. Очень болеем за вас. Только вперед к победе. И вам спасибо большое.